Такс, всем привет, меня зовут Иван Диппинс, и вы добро пожаловать на мой канал. Я не понимаю, почему ты не отвечаю, обязательно в следующий раз будь там, все ссылки в описании. Да, реакция чуть запоздала, но она есть. Лайк, комментарий, W-чат, вот оно. В следующий раз, чтобы ты был там, понял? Обязательно. Подписаны и стали частью нашей огромной 7 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому... Почему вас не 7 миллионов? У меня на Ютубе. Обязательно подписывайтесь. Ну что, если у вас идут зависания во время просмотра, либо плохое качество, то смотрите через мобильный интернет. Вот у меня... Во, видишь? Прикинь как? Это к вам тоже относится. Через мобильный все отлично работает, через Wi-Fi плохо. Что бы там ни происходило, на YouTube снимать я не перестану, я все равно буду вас радовать и выпускать здесь ролики. В, Леночка! И вы тоже найдете способ. Еленочка, В! Посмотреть это. Но сегодня у нас с вами нововведение, у нас новый декор. Я не знаю, какая по счету конкретно эта проверка, точно не вот это вот, ну пофиг. Поэтому отчет будем вести с этого числа, договорились? Если что, кидайте в меня камнями, если забуду поменять. Как вы уже поняли, по фону, по всему, по названию, у нас с вами наконец-таки проверка на верность. Я думаю, ура! Последнюю проверку вы посмотрели и поняли, почему они стали реже выходить. Если так. Раньше действительно нужна была моя помощь для того, чтобы проверить вторую половину, то сейчас, наверное, 80% запросов фейковых. Ну, люди просто хотят попасть в видео. Поэтому искать правдивые истории стало намного сложнее. Ну, ты с прошлого видоса точно был не фейковый. А хуже всего, что я трачу на это время. И все впустую. Но вот этой девушке я хочу верить. Давайте прочитаю ее запрос. Мне очень тяжело это делать. Я боюсь результата. Но я действительно нуждаюсь в твоей помощи. Мой парень каждый день ходит в скейт-парк кататься на скейте. И там постоянно ошиваются компании девочек. Как это? Ошиваются там компании девочек. Знакомая, я сама была той девочкой, которая ошивалась рядом со скейтерами. Они приходят туда посмотреть на них. Пару раз ходила с ним и наблюдала за их поведением. Сразу поняла, что они пытаются привлечь к себе внимание. Подтверждаю. Мы действительно с подружкой ходили, сбивались с другими девочками в компашку, смотрели там на скейтеров, что-то там хихикали, чтобы они обратили на нас внимание, потому что... Это типа как вот я видел ВКонтакте какой-то посторонний мем. Типа... Блин, Ленка, я нормально выгляжу? Да, Настя. Все, я сейчас пройду перед ним круто, перед его классом, чтобы он на меня обратил внимание. Это типа вот тоже оттуда же, это такая же история. Вы реально ходили круто перед, типа, перед кем-то? Ну, типа, вот старшеклассник и... Сразу, МС Блад, Малайер, нахуй, Скван, заткните, пиздаки, блядь, я не хочу пишется, смотри, чего пишите. Я спрашиваю у сестер. Да? Спасибо. Да ладно, чего врете, было же. Зикор нет. Ну конечно, если бы у тебя, блядь, в соседнем классе был суперкот, тогда бы ты не такое делал. Ты бы как кошечка там бы, сука, на четвереньках мяу, вот так делала бы. Если у тебя был бы парень-скейтер, это считалось супер круто. Я не хочу думать плохо о нем, но эти постоянные компании девочек, которые смотрят на него, начинают меня бесить. Может быть, это всего лишь мои навязчивые мысли. Выколи глаза им, ну что поделать, смотрят и смотрят. Но я не могу выбросить их из головы. Пожалуйста, можешь проверить его на верность? С недавних пор я стала использовать свою страницу в Нельзяграме для того, чтобы проверять на верность, потому что поняла, насколько это проще, нежели там искать вот этот, придумывать километровый текст, откуда я тебя знаю. Поэтому сегодня мы с вами тоже будем общаться через Нельзяграм. Я попросила у нее его страницу и предлагаю прямо сейчас начинать. Ребят, пока включаю VPN, хочу вас попросить, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Вдруг чё? Куда? Леночка, я вас понимаю, но у вас там миллион подписчиков. Вам немного, Еленочка Райтман-то? Вообще. Миллион. Мы хотя бы с вами будем на связи. Я скину в телеграм жопу свою после стрима. Обязательно заходите, обязательно. В этот раз все серьезно сказал. Оттуда будем уже плясать. Но я в любом случае, как и сказала, буду снимать видео на YouTube. А если вдруг не только я включили VPN, то спасибо вам большое. Проверка на верность. Чё? Привет. Я так понимаю, вот эта вот интруха, да, у нее просто интересно. Проверка на верность. Вот это. Она, эта интруха у нее типа лет 10, да, уже? И просто она не меняется, потому что такой формат. Кто-то есть, кто смотрит ее? Потому что, ну, она прям пахнет таким 2015-14. Да? Верность. Чё? Привет, я видела, что ты катаешься на скейте. Можешь порекомендовать что-то по этой теме? У меня есть младший брат, и он мечтает о скейте. Через 2 недели у него день рождения, и я хотела воплотить его мечту. Я забыла один момент. В эту социальную сеть не так быстро заходят, как в тот же Телеграм. И он мне не отвечает. Не знаю. Вот забавно, да? Что в ёбаном Нельзяграме
как сказала Елена. Несмотря на то, что он уже заблокирован года три, как только тебе кто-то пишет или ставит лайк, тебе приходит уведомление. И ты такой, ну сука! И начинаешь включать всю эту херь, чтобы туда зайти посмотреть. Я сколько-то присижу. Да, товарищи. У меня сейчас и все лампы перегорят нахрен. Привет. Если он новичок, лучше кататься на скейте среднего размера. Примерно 20 сантиметров в ширину. Лучше выбрать такой, где колеса мягкие, чтобы контроль был на уровне и комфорт не подводил. Смотри на качество деки, подшипников и траков. А? Ничего не понятно, допустим. Бля, я бы еще в конце добавил эшкере. Вообще для крутости миллиард. Спасибо большое. Правда, мама прибьет за такой подарок. Травма опасна. Вот это такой пикми смайлик, ребят, бля. Давайте поговорим с вами о пикми. Вот это такой пикми смайлик. Нет, да вот этот смайлик я тебя, придурка, забаню, блядь, как ты меня бесишь. Сука, из-за того, что ты мне сегодня 100 рублей кинул, 10 минут будешь сидеть в муте. Так бы тебя перманентно заблокировал. А вот это прям пикми. Вот я прям, я сплю и вижу, когда вот этот смайлик что-то... Типа, да, он давно мечтает, но они в позу встали. Кто, как не старшая сестра, придет на помощь? Пацану понравится. Это я даже не сомневаюсь. Я несколько раз проходила мимо скейт-парка и видела, как ты катаешься. Ты давно катаешься? 7 класса. Ого, ты, получается, про... Сейчас 8-м. Офи, вообще про тебя много говорят в моих кругах. Ну, посмотри. Ну, черт, а в моих кругах. А кто? Не знаю, замечал ли ты, как там сидят группы девочек и смотрят, как вы катаетесь. Видел? Вот они и говорят тебе. Бля, Сигма просто. Вот он отвечает очень круто, очень крутой. Я не видел точно. А не, я с ними не сижу. Они дали мне твой аккаунт. Все, Собчат, мне сейчас глаза вытекут от этого смайлика. Собчат! Чтобы я спросила про скейт. Ясно. Рад был помочь. Бля, сука. Дайте мне весь чат эмоций Сигмы, пожалуйста. Дайте мне его, бля. Посмотрите, какой он крутой. Рад был помочь. Ясно, рад был помочь. Знаете, сразу видно, когда человек хочет продолжать общение, и когда он отвечает тебе на отвали. Тут точно человек отвечает на отвали. Он как бы помог, вежливый парень, не отказал, но все, дальше отвали от меня. Но мы-то не отвалим. А ты завтра будешь кататься? Скорее нет, не знаю пока, заболел. Тогда мы вообще не в тему с вами. Ему сейчас тупо не до нас, ему не до флирта. Я когда болею, мне вообще плевать, кто бы там мне не написал. Знаете, конечно, это не Йен. Выздоравливай. Тебе, наверное... Что такое Йен? Кто Йен такой? Актер? Из Дневников вампира? Наверное, отдыхать надо, а я мешаю. Я только проснулся. Точно не мешаю? А то я уже заревновал. Отойди от него, я ревную. Мешаю, точно. И как проводишь свой больничный? В каточку, думаю, сходить. Во что играть? А меня сейчас вымернет от этого поражения, блядь. О, что ты хочешь сходить? О. Точно не мешаю? Точно. И как проводишь свой больничный? В каточку, думаю. Так, ладно, не говори ни про доту, ни про КС. Может, это вообще другое что-то. Сходить. Во что играешь? Дота. Посмотри. Открывай, блядь! Ладно, сходить в каточку, в доту. В каточку. Каточка, я в тебя вхожу. И, блядь, вошел в нее, в суку такую. Смотря на диалог, меня становится жаль. Я тут и так, и сяк стараюсь. Смотрите, какие у меня длинные предложения, а он просто в одно слово отвечает. Похоже, это надолго. Я думала, пообщаемся. Я напишу. Ты что, охренел? Слышь, ты, блин, я час тебя ждала, дождалась, и ты типа, и что? Мне сейчас ждать, пока ты в доту закончишь? Ну, это говорит только о том, что ему реально насрать на нас. Ну, вы сами знаете, каково это. Если тебе кто-то понравился, то все свои дела ты на потом откладываешь, там, сериалы, игры, там, не знаю, учебу, что угодно. И ты стараешься все это время уделить человеку, потому что, не дай бог, у него появятся дела, он куда-то уйдет, а ты хочешь с ним пообщаться. А тут ему вообще насрать. У меня дота, катка, все, пока. Так что я ему никаким образом не приглянулась. А сколько длится катка в доте? Сколько длится катка в доте. Тут Леночка такая, пикми. Сколько длится катка? 30-50 минут. Час, короче, ждать его примерно. А если он не одну катку будет играть? Подождем. Джейкоб. Еще ждем. Я пойду.
Ебать, если бы я так ждал просто, прикинь, вот так вот. Я бы вообще охуел ждать. Лену не трогай. Я к ней исключительно положительные эмоции воспитываю. Она вообще умница, Леночка Райкман. Молодец она. Пока попишу квест для вас. Напомню, что я пишу для вас страшный квест в своем телеграме. Мне будет чем заняться, если... Не трогай маму! Ответь, то я дам вам сдать. А если не ответит, этого видео не выйдет. Ха. Вся жопа, блин, затекла. Не прошло и полгода. Он появился. И знаете, через сколько? Сейчас вечер. Что делаешь, пишет. Ух ты. Злюсь. Кушала пон. Ну все, это тупик, блядь. Ну, типа, дальше вы не пообщаетесь. Вы что, вдвоем нельзя так общаться? Ну, типа, что делаешь, кушала пон. Тебе надо побольше смайликов. Это же такой, это cold ice type boy, понял? Это cold ice type boy. Объясняю, что такое cold ice type boy. Это чел такой, который пишет, типа, очень пафосно. И, типа, у него в голове так, что если он будет показывать, что тебе, что ему на тебя все равно, то ты будешь к нему сильнее тянуться. Вот, это в голове у него вот такая вот история. И в один момент произойдет каноничное событие, он тебе сознается в том, что, блядь, да я просто думал то, что если я себя буду так вести, ты, типа, будешь ко мне ближе, и вообще у меня проблемы были просто раньше с этим, у меня проблемы с выражением эмоций. Это каноничное событие. А нахрена ты мне пишешь? Если я тебе не интересна, ты не хочешь со мной общаться, то зачем ты тогда мне пишешь? Вообще логики не вижу в нем. А ты? К отцу на работу иду. Уже доиграл? Я пока он играл, уже 3 главы квеста успел написать. Да. Тебе далеко идти? Да. А зачем? Сосал? Да. Да. Так же забудь, да? Диалог, конечно. Пешком ходить любишь? Приходится. Почему? Ничего не едет до его работы? Да. Закипаю. Понятно. Опа. Расскажи что-нибудь мне. Без проблем. Что тебе рассказать? Что делала сегодня? Не напоминай. Особо ничего. Ездили купаться, ели арбуз. Сейчас у подруги. Это то, чем я могла заняться, потому что меня реально звали купаться, есть арбуз и в гости. Но я видео решила снимать и тебя выбрала. Ты... Собчат. Меня не выбрал, ты выбрал Доту. Ору, как будто он реально мой парень. Ну что, погнали? Куда? Выигрывать отпуск? Я же видела. Чат, когда я говорю Собчат, объясняю. Это значит, что я понимаю то, что вы меня не послушаете, в силу того, что вас много, я один. Это надо, конечно, исправлять как-то со временем. В принципе, когда и мало людей было, тоже меня не особо слушали, тогда было их проще забанить. Но я понимаю, что вы у меня правильные и умные, исправитесь. Просто когда я говорю Собчат, это значит, что надо прекратить в секунду. Поняли? Всему ми... У всех приколов хорошо, когда их чуть-чуть, понял? Миру. И другие полезности для отпуска. С каждым уровнем. Это все классно, супер. А вообще, сабы хуесосы, согласны? А ну-ка, откройте Собчат, дайте с нормальными типами посижу, бля, у которых ничего не покупали. Слышь, а ну-ка, это, ансабы, напишите мне W. Открыть Собчат. Я с моими братками, бля, бесплатными. W вам. Две. Что за подруга? Нас больше, поняли? Excuse me? Так, что делала сегодня? Особо ничего, ездили купаться, ели арбуз сейчас у подруги. Сейчас у подруги. Что это? Подружка детства. Красивая. Это примерно привет ебалась. Что это значит вообще? Секундочку. Что? Лен, я так же смотрю. Ты веришь мне или нет? Я так же смотрю сейчас. А я чё? А я чё? Да, что? Тебе 18 есть? Ну да. А подруги? Тоже есть. Что за вопросы? Мало ли вы малолетки нас посадят? Кого нас? За что посадят? Он что, себе подшипник в очко засунул и провернул на 360 градусов? И потом обратно на столько же. Что за история? Нас? Кого нас? Я с другом. И кто твой друг? Тоже скейтер? Глянь, у меня в подписках Игорек. Бля, я не могу. Глянь у меня в подписках. Глянь у меня подписка, Игорек. О, сука. Кай. У тебя 2341 подписка. Через поиск попробую. Сколько? Тысячах, Игорек. У Кай. У тебя 2000. 2000 подписок в инсте, блядь? Господи. 341
Одна подписка. Через поиск попробую. По поиску не бьется. Да и похрен, короче. Мне это не плевать. Разве на Игорька какого-то там. Меня вообще он не интересует. Ага, глянула. Он меня тут лайкать уже стал. Покажи подружке его. Ты сводничеством, что ли, занимаешься? Нам сейчас не до этого, мы тебя проверяем. Бля, он думает, что он с роботом общается. Глянула, да. Покажи подружке. Понравилось? Да. Я приеду? Да. Зачем? Спроси, как ей. Говорит, хорошенький. Покажи фото подружке. Не хочет. Почему? Сказала не показывать. Я тебе подружку, блин, найду. А ты быстро, потом удалишь. Без разрешения не могу. Где вы сейчас? Так у нее. Ой, блядь. Йо, я же уж писала. Район. Мы у нее на даче. А, вы не в городе? А что? Погулять хотели с вами. Слушайте, а вы заметили, как с появлением его друга Игорька он как будто стал ко мне интерес проявлять? Ясно, Игорек гнида подбил его, да? На страшные дела, странные дела, да? Ясно, Игорелочку, бля, получает, естественно. Козел такой. Реально. Помните до этого сообщение его? Он. Да. Нет. А после Игорька он как будто, типа, он как будто заинтересовался мной. У него как будто бы словарный запас расширился. Спон, да, нет, да еще и вопросов каких-то. Ну ладно, там по большей части Игорек, моя подружка, заинтересовался. Но сам факт того, что он стал более раскрепощенный какой-то в общении. Ты же болеешь, какое гулять? Что такого? Постельный режим и только... Постельный режим. Я вчера с величины охуел у Ениной. Здесь с постельного режима надо. Он. Мы только познакомились, я не такой. Ты за кого меня принимаешь? Егор шутит. За типа, который тупо шутит. Я смотрю, друг на тебя отлично влияет. То сухо отвечала, теперь шуточки травишь. Настроение хорошее. Катка была удачной. Ты Каточка была удачной. Человек кек, бля. Папа дошел уже? Идем, пошлите гулять. Мы на даче. Дизлайк. Себе пос... Ты че, мужик, пишешь вообще? Это какой-то не пик ми? Это уже, блядь, кек ми? In the... С. 30 сантиметров. Оставь. Охренел, что мне таких слов на канале не произносят. Вы и без нас отлично погуляете. У тебя там вообще поклонниц много. Какие поклонницы? Ты что, мать? Не мать я тебе. Что, совсем сбрендил? Которые сидят и смотрят, как вы катаетесь. Это чебурашки. Они... Это ебанашки. Не мешают только. Чем мешают-то? Орут хуже чаек. Смеются громко? Это, наверное, ваше внимание, чтобы привлечь. Нафига они нам? Только выбешивают. Сейчас что сделаем? Сейчас просим... Да ему вчера 13 исполнилось, он уже 10 лет матерится. Тем, если у него девушка, но не прямым текстом, потому что, не знаю, как-то мне кажется, что у нас не завязалось такого общения, чтобы я могла ему прямым текстом задать этот вопрос. Ну, мне так кажется, я так чувствую. Я так чувствую. Поэтому я сейчас скажу, что про его девушку говорят гадости, и вот посмотрю, как он на это отреагирует. Знаешь, наверное, соглашусь, что девочки там не очень хорошие. Они очень плохо про твою девушку говорили. У меня нет девушки. Попался. И у Игорька тоже передавай подруге. А подруга нет, блядь, удвоите передать другому. Блин, дождалась, сетки, терпение, друг, все перетрут. И у Игорька тоже передай подруге. Чайки думают, что есть. Спроси у них. А что говорят? Почему тогда чайки думают? Прикиньте, бля, это какой-то скит-сленг? Типа там группа девочек, это чайки? Говорили. Так значит, тебе не все равно, да? Сказали, что мог бы себе получше найти. Кто конкретно это сказал? Тебе не все равно? Тем более, если девушки нет. Хочу знать. Я не знаю ее имя. Мы не знакомы. Там только одна моя знакомая была. А те просто в разговор вклинились. Узнаю у нее, как зовут. Ну, в общем, ему обидно стало за свою девушку. Хотя утверждает, что ее нет. И у Игорька тоже. Нахрена нам информация про Игорька, я не знаю. Ну, будем в курсе. Ладно. Он просто за многоженство. Значит, вы свободные парни, зовете нас гулять? Пойдете? Это двойное свидание, что ли? Парное двойное. А что нельзя? Что? Свидание, что ли? Парное двойное. А что, нельзя сказать двойное? Ну, я не знала, сори. Я думала, и так можно. А дача далеко? Родаки с вами?
Ну, допустим, не с нами, что теперь? Дача далековато, но родителей нет, мы тут вдвоем. Написала дача далеко, потому что я не знаю в их городе вообще, где дача находится. Напишу, что близко, он скажет, у нас тут нет дачи. И ты молчала? Мы едем, диктуй адрес. Так ты же болеешь. Нахрен ты нам нужен, бацильный? Я только что выздоровел. Опять бацильный? Я вообще-то не задеваю слово бацилла. Провел адрес. Погоди, я с подругой поговорю. Ее же да. Как он хочет в этот адрес к ним залететь? Что за заварушка? Я влетаю, бля. А чем? Давай. Только недолго. Недолго? Недолго? Это когда я тебе написала в час дня, а ты мне ответил только в 7 вечера. Подождешь. Давайте подписчице писать. Сначала я думала, ему пофиг на меня. Он ушел играть доту на несколько часов. И забил на меня. Отвечал на отвали, да. Потом, когда появился какой-то Игорь. Игорь стал расспрашивать про мою подругу, они позвали нас говорить, сказали, что девушек у них нет. Ага, хорошо. Помните, как он отвечал? На отвали. Потом я сосал про мою девушка есть. У Игоря девушка есть. Сука, две. Козлы, блядь. Кобели, твари. Pick me, Nike, Щавель, Pro, Adidas, Make me happy. No, 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 to that fun. No, 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 to that fun. No, 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 to get lucky. No, 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 to get lucky. Бля, что там еще придумать можно? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ладно, нам, честно говоря, надо все равно на Игоря, да, он не наш клиент, скажем так. Это они сами разберутся, захочет, расскажет его девушке, не захочет, не расскажет. Ха, как прекрасно. Ну ладно, их личная жизнь не мое дело. Она не просила меня вмешиваться, а значит, я и не должна. Что ты хочешь после этой проверки? Ты хочешь его простить или отомстить? Либо у меня такая фантазия богатая, но мне кажется, что примерно так было, что они идут с Игорьком до работы отца, этот говорит, что мне какая-то девка написала, показывает, и он такой, блин, ничего, такое прикольное. Я реально там прикольно. На фотографиях я бы хотела быть, как на фотографиях на тех. Покажи. Я вам показывала одну свою фотографию, которую уже спалила в интернете. Ее теперь нету в моем профиле. Вот. А что это? Это она? Нихуя себе. Да? Ну это какой-то фейсап, чтобы изменить, да? Ну типа, чтобы не спалили. Вот она, пожалуйста. Реально симпатичная девчонка вышла и на меня вообще не похожа, согласитесь. Но только самые, мне кажется, преданные подписчики, которые прям меня от и до по родинкам, не знаю, узнают, они смогут понять. А так, если просто показалась какая-то девчонка, ну, похожа, может быть, чуть-чуть, но не она. Так вот, я там реально такая супер-классная, и, скорее всего, Игорь такой смотрит, блин, слушай, прикольная, а у нее подружка есть, давай узнаем, давай погнали, да чё ты, наши не узнают. В общем, я думаю, что это примерно так было. А может, я фантазирую. Простить? Никогда не простил бы такое. Надо отомстить. Ну, так, слушай, мне даже повторять не надо. Если надо, то давай мстить. Тем более, что очень легко это сделать. Туда его. Смотри, какую месть мы можем сделать. Я сказала ему, что мы с подругой на даче. Дай любой поселок, садоводство или деревню у вас. У тебя написано соседок. Это не поселок, Еленочка. Это соседок. Что-то тут не сходится. Там. Желательно подальше. Пусть едут туда, не знаем куда. Слушайте, а на чем они поедут? А у него машина есть? На чем он может поехать? Потому что если не на машине, а на общественном транспорте, то тогда общественный транспорт, он до какого-то определенного часа ходит. И тогда им в какой-то левой деревне придется просто до хрена времени находиться. Но могут такси вызвать. Я придумал, короче, Елене Райтман новый формат на канал. Спросите меня какой. Быстро. Проверка на верность в нектоми. Как? Не додумал. Ну, короче, что-то с нектоми связано. Мне кажется, у него на канале бы миллиард просмотров было. Мне виднее с дивана. Поняли? Блять, кто лапает мою жопу? Это чья рука, сука? Чья это рука? Козлы подкинули. Сколько можно? Ну, знаете что? Вот я, например, когда жила в Бокситогорске, и вызов такси в Тихвин стоил для меня непомерных денег. И у меня таких свободных денег просто не было. Мне кажется, у скейтеров такая же ситуация. Ну, не знаю, я знакома со скейтерами, и они не будут на такси тратиться. Они, скорее всего, знаете, это панк-рок, блин, не знаю, будут шляться ночью. Чё загадывать? Давно не было этого нектомии и Роблокса, бля, когда-нибудь надо сделать. Ебать, как...
Как вам повезло, что я живой вообще? Вперед будет все видно. Без понятия на чем. Машины нет. А электрички до деревни ходят? Да. Туда их. Отлично. Посмотри расписание и напиши мне. Так, она мне скинула расписание. Угу. А оттуда когда последняя? Ну ебать, они прям им поднасрали так-то. Реально, 3 часа туда хуярить, а потом без автобуса пешочком обратно. Дай бог, чтобы вообще вернулись. В деревнях обычно, вот в поселках и так далее, последняя электричка уходит где-то в 5. По статистике моей личной. 18:43. Получается, они приезжают туда в 23 с копейками, а оттуда уже уехать не могут, потому что все пропустили. Последняя была 18:43. И все, им просто ночку придется ночевать на улице. Ну ничего, погуляют, свежим воздухом подышат, может что-то в голову полезное придет. Отлично, значит обратно уже утром уедут. Тогда пошла писать. Да она сказала писать. Тут же видно, что писать. Отлично, обратно уже утром едут. Тогда пошла писать. Типа, писать пошла. Утром едут. Тогда пошла писать. Она согласилась. Деревня, как едете, напиши. Мы вас встретим. Вы на машине поедете или на чем? На чем можно доехать туда? На электричке можно. Ближайшая на 8:53. Успей. То есть реально они берут два вот этих, Егор и Игорек, блядь, возьмут электричку, поехать хуй пойми кому, хуй пойми куда. 3 часа, чтобы быть там 23:43. Окей, 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 окей. И тем подружка точно красивая. Игорек спрашивает. Игорек, не разочаруешься, природа-то какая красивая. Тебе понравится путешествие. Точно, успеем, ждите. Ждем всей нашей компании дружной. Его подбивал друг, мне кажется. Поначалу-то он действительно как бы меня особо игнорировал. Он помог со скейтом, но больше ничего и не было от него. Он просто свалил на несколько часов играть, забил на меня абсолютно. Я более чем уверена, что он написал мне только после того, как Игорек его попросил. Так что я думаю, что это по Игорьку, поэтому не стала слишком жестко мстить. Просто помучим их в электричке покатаются. Ну все, буду держать вас в курсе, буду переписываться с ним и покажу вам скрины. Смотрите кадры. А что готовится к вам? На стол накрывай, мать! Мужики едут, драть хотят, жрать! Она у нас пицца есть. Мы тут, вы где, мать? Отец тут, такое дело, родители вернулись. Не получится ничего. Ну, родители ее приехали. Сори! Офигенно! И теперь че? Домой едьте! Ничего не получится! А может, на траве трах? Тебе дох. Та-т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 а
таблички уже не ходили. Вы что, всю ночь на улице? А куда? Ну мы делали Оли и кикфлипы здесь. Йоу-йоу-йоу-йоу, Могилю. А нам еще? Блин, почему ты не сказал? Я думала, вы уехали. Ее родители час побыли и уехали. Мы с ней всю ночь гудели, только сейчас спать собираемся. Писец, блин, куда идти? Адрес? Так, на электричку иди. Она через полтора часа. Мы к вам придем. Зря ехали или че? Слушай, подруга против, говорит, спать хочет. Да вы ах-ах-ах ели. Мы? Нет, а ты да. На какой черт ты поперся к девушке, когда ты в отношениях? Сидите, ждите электричку, мужики. Проверка на верность. Чё? Ну что, ребята, вот такое вот видео вышло. Когда собеседник отвечает очень сухо на отвали, сложно держать какую-то планку в ролике, сложно делать его интересным. И, короче, я переживаю. Целый день потратила впустую, мне будет очень обидно. Я вам напоминаю, что на... Прикольно, блядь. Не, прикольно, мне нравится комментировать эту тему. Конечно, если еще в это верить, вообще пиздец разъёб.